Да, Гайда, что ему надо? Да, да, он хочет узнать, как стримить на YouTube. А зачем еще? Он хочет доказать на YouTube, что он крутой. Что он... Что он настоящий Вася. Нет, он поджил. Всем привет! С вами StoneCrush, и это короткая запись Genshin Impact. Ты что не предупредил? Так я сказал, что начал. Да, примерно начало, почти уже, слово почти уже. Ну ок, пофигу. Ладно, чуть-чуть там монтажа, мы это уберем. Мастер квас по стрельбе, поговорите с Сёдзи. Громогласные пустоши, безопасность прежде всего, плохие собаки. Выруби отца своего, Вася. Да, дай им по башке лопатой. Модератор, блин. Как его вырублю? Модератор им выруби, блин. Ты модератор или кто? Модератор, а как я его тебе выбрублю? Как я тебе выбрублю? Да как я вырублю, блин? Ну, я не два варианта. Выбери себя или выбери. Выбирай, или мы тебя вырубаем, или... Или ты его. Да. Или ты его, или мы тебя. Да, мы тебя просто вот. Отделаем тебя. Ну-ка, что там хотите? Хотите, чтоб я на вишапа сходил? Ну, давайте. Мы ничего не хотим. Я тем более ничего не хочу. Пошлите на вишапа. Я хочу понять, как это снять. Вы хотите, да. Вы хотели, чтобы я Мика качал? А для Мика нужен вишап. Так, Мика бы, наверное, убрать надо пока. Почта. Награды. Награды Пайман. Пайман. Блять, ты можешь не говорить, ничего. Я? Да. Нормальный голос, чуть не нравится. Ой, блядь, извините, осуждаю, что это. Ты серьезно? Не надо так говорить. Осуждаем, да, осуждаем. Эти слова не осуждаем. Осуждаем все кругом. Бля, забыл, что ты... Извините, осуждаю. Да, осуждаем. Не надо просто говорить... Такой... Так, просто говорить нельзя. Потому что у него голос такой противный. Нормальный голос, толерантный. Как у мужика, знаете, этого... Как сказать, чтоб не забанили? Короче, у него... Ладно. Вот такой голос, я хочу так сказать, но не могу сказать. Ну-ка, что этот Антон. Там яйку Мику надо прокачать. Какие, господи, тупые вот правила с тупыми словами. Согласен, а как тебе куда деваться? О, еще можно яйку Мику качать. Я и не докачал. Не оружие не 90 уровня, надо 90 качать. О, еще могу я и кумику качать. Привет, Алена. Ален, привет. Привет, Алена. Если ты тут. Ой, ё-моё. Это не Алена, это ты там. Блин, это не Алена. Я тебя наебал, короче. Спасибо, блин. Так наебал. Нефритовая ветвь внешних морей. А чё это такое?
Принтер, а ты не знаешь, как побегать их? Через призраков идти или за 3000 или 6000 душ? А нет, 3000 уже чё, я уже чё выкупил. А ещё день можно взять? Ну, придется за 6. Пошел я на вишапов, посмотрим, что они, что они дадут. Проклятие, проклятие от кого? От вишапы? Да, от вишапы. Они меня прокляли. Василиски. Там же есть какие-то предметы расходники. Блин, надо было я и Мика поменять. Ой, блин, надо было я и Мика поменять, идиот. Ну тут где-то кто-то нас продает. А какой бюджет денег? Ну, может быть. Но опять же, это типа уже получается грим. Выходить, выходить. Ну это ладно, а можешь? Не знаю, что того парня. Для Антона, ой, для Антона это не надо. Страшно гриндить. Антон у нас гриндовый. Там можно око обменять. Око? Ну есть какое-то око. Ну, у, в гнезде обменять око. Ну ладно, потом, потом пойду где-то. Принтер про гнездо что-то ничего не говорит. Чего? Гнездо. Он не знает про гнездо, может, не даёт какого-то человека. По поводу гнезда. В гнезде дают. Если око красное поменять. А чё синего-то я не бью нифига? Короче, я тут считаю, есть три способа. Использовать камень очищения, либо гвард снимает проклятие в обмен на свою личность, либо жертвенное кольцо, которое непонятно предотвращает. Проклятие после смерти. Ну вот. Как долго их колотить, а? Гвард находится, по-моему, где вторая штука, это колокольня находится. Он не снимает ничего. Правильно. А, в обмен на человечество, наверное. Так, по-моему, ты должен быть человечем, типа, скорее всего, перестать. Ну, я попробую. Опять-таки, парни, пиздец, человек. Продается у торговки нежити. За 6000. Я туда не пойду, за 6000. Камень ощущения стоит 6000 душ. Ну вот я за 6, я за 6000 обменивал. Я думаю, я призраков бил. Ну, по-моему, я призраков тоже бил. Потому что я помню этого красного мага. А, подожди, выпадает из гигантских моллюсков. Да как? А до туда дойди, попробуй еще. Да. А, ну да, там вокруг око скрыто, короче, где эти моллюски бегают. Так дело в том, что у него еще не открыто. У него еще не открыто там. Это не скоро. То есть тоже не говорят. Ну, короче, только снимать. У инвардов и такое там. Либо у нежити купать. Удивительно. Я никогда проклятие не получал. Фига себе. Я получал. Не раз. Все, вишапы готовы. Ну, я все-таки аккуратно стараюсь. Это гений по. Ну, что там говорил? Кто там говорил, что вишапы сложные? Я их одолел. Не сказать мне. Это дракона 2 часа била. Так я бил этого дракона, потому что я был проклятый. А потом за 15 минут, когда проклятие снял, завалил его. Проклятие снять не мог. Так, блин, это сложно проклятие снять-то. Так вообще ищ. Я ж понимал. Оттуда выбраться еще надо, чтобы проклятие-то снять. Попало в чат.
Не буду пока этих висапов бить, просто их долго бить, у меня времени не так много. Ну я завалил. Один раз, правда, ну ладно. Но я их валил уже в ивенте. Но они такие же, как в ивенте, такая же сложность, вообще в точности. Я не знаю, что вот, что там Вася мне говорит. А ты попробуй, они сложные, в ивенте они легкие, а вот... Они так-то сложные, и шапу-то. Ну и? Я завалил их, и чё? У меня даже на Эль не было. Возьми полки по пирожок и этот конструктор. Вау, даже на Эльке не было, нихуя себе. Не смог. Ну, у меня я и Мика была. Но она была бесполезна. Вау, как он бегает. Да, я им не качана такая. Ну она вообще не прокачана у меня. Ну, она прокачана для вас, в принципе, да, никакие. Что? Вот это колени был. Ой, это вообще такое, да, непонятно. Не слышу. Но он наем какой-то перс. Ну, блядь. Эй. Ну вот теперь идите, блядь, по полчаса тут босса бейте нахуй. Нет. Ну Вася будет бить его полчаса, а то и больше. Говорю, ждите разницу. Нет. Нет, Вася будет бить дракона этого, Dark Souls. Долго. Развёрся с того? Ага. Далёк, да господи, лёгкий дракон. Он вот ну да, он с Васю с одного удара убивает. Даже с полным хп. Да потому что не прокачан, нихуя. У меня статы 24 на 25, у него вообще 13, 45. Ты что, завалил что? Да, Вишапов завалил. Завалил. Молодец, у тебя двуручник было, у меня двуручника нету, все, шах и мат тебе. Блин, у меня есть Сяо. А что там по рукам нахуй, Вишапов? Стены, чтобы разрушить. А, стены, чтобы... А-а-а. Так возьми это, возьми это. А разве стены только двуручником рушатся? На них все рушатся, в принципе, только двуручником. Нет, не всеми, катализаторами не рушатся. Они вроде и сяут рушатся. И луком не рушатся тоже. Опа. Да, падение возможно хорошо работает. Кутау только... может рушиться. Ничем не рушится, кроме... свои копья и двуручного меча. Ну просто да. Возьми какой-то дополнительного двуручника. Я вообще с я и Мика, блин, был. Который да, у меня не прокачано. Поставь кого-нибудь третьего. У меня не вкачано оно. Так все вкачано. У меня артефакты дурь. Просто на ней стоят и все. И пушка. Песен старанника. У меня 20 уровень, я и Мика. Ай, зачем я ее поставил? Электротуманы. Электротуманы. А у меня не было двуручника. Шах и мат. О господи, шах и мат. Это твои проблемы, что у тебя не было двуручника. Вообще-то. Блять, с какими людьми приходится общаться, ёп. Человек жалуется, что у него нет двуручника. А разрабы как бы рассчитывали, чтобы у тебя двуручник был. Все. Я тоже завалю. О господи. Блять, папа, ищи помощь, как там.
он тоже с Юлой завалит. Молодец, что говорил. Ну ты говоришь, как будто хвастаешься. Боже, меня это так бесит. Чё? Что тебя бесит? Я не могу понять. Да тебя все в последнее время бесит. Ты тоже бесишь всех. Ну окей. Все друг друга бесят на самом деле. Ну, сегодня Вася Dark Souls меня чуть не усыпил. Ася, я, конечно, понимаю твой папа, но если он сматерится или еще что-нибудь такое будет, кого-то назовет на букву П, я тебя отключу. ДП, да. Так, это чё? Ты кто такой? Чё, блядь, реально его отключил? Ничего я его не отключал. Он сам отключился. Не выдержал натиск. Решил, блин, породить мишени, как в прошлый раз. Да, блин, опять Эмбер, что ли? Да идите в жопу с Эмбер. У тебя есть Диона. Ну давай возьмем. У меня есть гора. У тебя есть гора. Почему сразу Эмбер? Не знаю. Ты доебал тебя какие-то. Ну давай Диону возьмем. Вот не понимаю, логику тупую вообще. А, вот. А, вот так нормально прицеливается она. Вот так ненормально прицелиться, вот так нормально. А чё, куда стрелять-то? Мишень-то гони сюда. Куда стрелять-то, эй, мужик? Тебе в себе в очко. А куда он хочет, чтобы я стрелял? Тебе в очко. А, вот. Так, в синих стрелять, что ли, надо? А, в синих надо стрелять. Красный не трогать. Я забыл. Кстати, а когда драконы появятся? Вот эти вот маленькие. Чешую дракона хочу получить. К ним можно сразу попасть. Как? Ну, если вы имеете в виду долина драконов, туда можно попасть. Мне просто нужно чешуя дракона. Нет. Ну, если, ну, видимо, у тебя отмычки, если нету, видимо, не попадешь. И что? А, ты имеешь в виду, где этот дракон валяется по умертвым? Да. Долина драконов. Так, а где еще синька? Ну да, так. Сколько там, я помню, драконы бегали. А отмычку где взять? А, вот он. Да уже не где, получается. А ты что, бабочка? Ее дают, там... если ты в начале персонажа создаешь и... А, наверное, забора еще, да? Но вроде отмычку тебе давали тоже, где-то ты находил, где-то в начале. Там тоже, в сундуке в каком-то была она. Я не помню, не люблю. Ну то, что ты не еб, это понятное дело. Плохие собаки. Я всегда не е. Е-е-е-е, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Надо Васе включить песню про диджея Василия.
О, волки. Волки, волчата. Церберусы. Это надо хоть... Это покой моих сторонников. Ну да, я вот это не хотел услышать. Эти мои сторонники делают все. Ну извини, у меня задание от них избавиться. Не бл... убивать надо. Популяция должна это сократиться немного. Да, надо популярный клуб немного истребить, а то, блядь, новый разделочек. Ну, всего два пока. Уже хуёво. Церберусов-то больше. Ну, они хотя бы не могут кого носить мы. Блин, еще подземелье, что ли, открылось? Ой, ладно, завтра его выполню. Это подземелье. Они ежедневки. За ежедневил, да и все. 29 уровень БП. Так, один день останется. А, мне же надо в чайник зайти. Антон, я к тебе в чайник. А вот взятая вашу обиду. Вот теперь. А, я тогда к суперзвезде зайду. Или как? К Ивану. К Ивану пойду. Ой, куда? Не туда. В чайник хотел. В чайник. Не-не-не-не-не. Не хотел я вход в совместный режим. Чего, блин? Я в чайник хотел. Да я зашел к Ивану зачем-то, непонятно зачем. Иван, я не хотел к тебе заходить. Извини меня. Да он ничего не слышит. Я пошел отсюда. Я пошел вниз. Пошел, чтобы уйти нахуй. Ага. Да блин, мне некогда сейчас сидеть с ним. Это Ивану ехали с собой возиться. Мне в чайник надо. Чайник. Все мы любим чайник. Чайник, играют все. Фига он тут нас насадил. Урожая всякого. Ох. Ну вот про него забыл нахуй уже давно. Ох уж этот Иван со своим урожаем. Урожайник Иван. А вот и мой чайник. Любимый. С пингвином. Полярная гончая. И черноспинная гончая. Я бы еще кошек взял. О, суперздар. Старк суперздар ко мне пришел. А вот, вот и 30 уровень БП. Супер бездарность, да. Так, ну чё, крутим? Катсин. А катсин-то не выпал. Холодное лезвие. Так, ну-ка, с какой крутки я Мика выбил? Сейчас проверим. Церемониальный меч. Посередине поля? Не знаю, наверное. Диона. Вот я и Мика. С какой крутки? Зайти в свой чайник надо было просто зайти к Божьему духу. Угу. Да я понял уже. И мне тоже нужен был чайник для этого. А вот тебя я еще не видел. С 57-й, с 56-й крутки выпало.
это. Я и Мика. У меня кесалек. А это там круто. Значит, выбил. А у Васи вообще с 7-й крутки. Плюс у меня 20 круток там есть. А мне 7-й случайно прилетел. Потому что у вас был там. Потому что у вас там удвоение было. What's happening? Удвоение? Да. Кого там удвоили нахуй? Ну там под конец, когда это дает удвоение. А когда оно бывает, а когда оно бывает удвоение? Ну, под конец там. Сейчас вот up, V-up, восклицательный знак стоит. Если бы Славин не выпал терминальный меч, я бы не перестил бой. Я все равно терминальный меч не выпал. Извиняюсь, не выпал, да. Это Коляну ничего не падает, да? Ну ладно, все, на этом пока хватит. Да. Хватит, ну что, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал на YouTube Мужчина Good Game, также Facebook Одноклассники. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся. Я еще хотел, когда мне Мона сбила гарант 50 на 50.